Я себе дала слово каждый месяц подержать в руках что-нибудь такое. Я вчера держала свитер. 10 000. Я его держала 6 минут 32 секунды. Он как джун, знаете, от него бятки по рукам, по рукам, по рукам. Причем мне сердце случится и говорит, люблю. А он говорит, положи на место, это тебе не по карману. Мне все не по карману, все, все, вся жизнь не по карману. Это не по карману, то не по карману. И вот это вот лиловое со стручками по карману. 17 000. Это не цена, это приговор. Но я свое тело знаю, она с этим приговором справится. Ай, невозможно, что это за жизнь, это за жизнь. Эти колготки, это давит, это давит, это невозможно. 1300. Эти цены невозможно выдохнуть, их можно только вдохнуть. 1300! Это что, это что, это что? Верочка купила себе за 3. Ее муж этими колготками чуть не удавил. Едва спасли, честное слово. Но узлы развязать не удалось. А резать было жалко, она так их и носит. На шее, говорит, французский шарф. Ой, я эти колготки мерила, я их мерила, я их мерила. Это фантастические колготки. У меня в них ноги стали длиннее на 87 сантиметров. Ой, мерить дорогие вещи, это пытка, это же пытка, милые дорогие. Это пытка, когда ты надеваешь дорогую вещь, тело как-то расцветает. А когда снимает, тело сопротивляется. Вы видели, когда снимаешь искры? Это тело не отпускает. А когда уже снимешь, все скукоживается, все. Вы знаете, Жванецкий говорит, я женщин ничего не снимаю, жду, когда сойдет само. Хорошая вещь знает, когда и сойти. У нее есть душа, она чувствует, когда надо протянуть тело. Ой, химию сделать сегодня стоит столько, как будто тебе делать будет ее, не знаю, лауреат Нобелевской премии. Это невозможно. Помада 300. Я теперь пищу засовываю прямо в пищу. Чтобы не съесть помаду. А целоваться? Как себе не целоваться? Это же с ума можно зайти. Это что это такое? Что ж теперь не целоваться? Ее поцелуй стоит 1000, если повезет 750. Да что ж не целоваться, что ли? Да пускай все застрелятся. Хочу выглядеть, хочу нравиться и хочу быть. Хочу, чтобы мужчины смотрели, спотыкались и падали. Мне там назначено быть женщиной. И я это свое назначение выполняю. Пускай дали, всех нас не перепутайте. Mother, you're in luck. Langley has Predator imagery of dismounts moving to Bala Hussar. Copy that. We're moving out. Николай меня так ревнует. И что тебе за техник сказал? И чтоб тебе почтальон подходил?